Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу вам рассказать свои впечатления и мысли про ранговые бои, а также кое-какие уловки, пока я набивал все эти ранги. И вообще, что это такое ранговые бои в моем каком-то понимании. Во что я поиграл, в чем я, в каком режиме получил высший ранг. Ну, там можно двигаться дальше, набивать очки рангов дальше, но как бы такое. Это уже дальше, сколько у вас есть времени, столько можете и набивать там до потери сознания. В принципе, самое главное дойти до 15, а потом уже просто накатывать эту чушь. Начиналось все с того, что я выбирал танк. Покатал немножко СТ, покатал немножко ТТ и пришел к выводу, что все-таки какой-нибудь тяжелый танк для позиционки будет лучше. Выбрал суперконя, поиграл немного и понял, что меня сильно убивают фугасы. В это время я качал объект 705А. Решил попробовать. Зашел в бой и понял, что пушка все-таки с альфой это хорошо, но попасть практически нереально с точностью 0.44. Зарядил немного фугасов, начал понемногу ими стрелять, потом еще больше зарядил фугасы. Итогово в конце я пришел уже к тому, что у меня было заряжено почти все снаряды в боекомплекте фугасные и 5 ББшек, которыми я вообще не стрелял. То есть у меня полностью весь боекомплект, практически всегда я пользовался одними фугасами. Скажете вы, что за бред? Ты, наверное, вообще там ничего никуда шеврону не набивал. Но, как ни странно, чем больше я стрелял фугасами и чем больше я играл именно на этом танке объект 705А, тем быстрее у меня начали набиваться шевроны и проходиться ранги. Хотя до этого я играл на суперконе, пробовал немного на хэвики, на некоторых там СТ, и у меня все застряло, и я в определенный момент просто начал болтаться на одном месте и не мог пойти дальше. То есть я там дошел до какого-то высокого ранга, и все, дальше я не мог. Просто застрял, и последние два ранга не мог вообще пройти. На одном месте я шевроны то набивал, то сливал, очень много боев. И только когда я зарядил на объект 705А очень много фугасов, я дошел до 15 ранга. Понял одну простую вещь. Нужно находиться в максимальной зарубе как можно дольше, чтобы вокруг вас было как можно больше врагов, чтобы как можно активнее был бой, и вы в этой мясорубке как можно дольше находились, и хотя бы какой-то минимальный наносили урон, чуть-чуть фраги добивали, чуть-чуть светили, всего по чуть-чуть. Не надо там 3-4 тысячи урона. Мне достаточно было 1,5-2 тысячи урона, чтобы получать шевроны. Самое главное, чтобы я выживал. А в ранговых боях все стреляют либо голдой, либо фугасами. Поэтому мне пришлось выбрать максимально живучий танк, который у меня есть в ангаре. Это оказался свежевыкачанный объект 705А. У вас же это может быть какой-нибудь другой танк. Поначалу, когда у меня ранги застряли, я немного поиграл на Type 5 Heavy. За счет фугасов я некоторые бои получал шевроны и чуть-чуть начал двигаться вперед, но потом опять застрял. Потому что Type 5 Heavy, он, конечно, за счет фугасницы урон вливает какой-то, иногда даже вообще зверский, по 500 просто в контур, даже в гусеницы, в черкачом. Но выживает он как-то так себе. А вот объект 705А, он выживает лучше, а урон наносит хуже. Чтобы комфортно играть в ранговые бои, в World of Tanks достаточно просто подстроиться под корявую и дурацкую формулу начисления опыта в ранговых боях. А там очень много опыта дают за активную игру. Что именно точно входит в активную игру для разработчиков, непонятно, поскольку после боя нельзя посмотреть конкретно, за что тебе дали опыт. Понятно, что урон, фраги, первый засвет врагов, все это дает опыт. Подсвеченный урон тоже дает опыт. Сбитие катка и нанесение союзниками урона по этому врагу тоже дает опыт. Будучи в бою и нанеся малое количество урона, там фрагов мало, всего мало, можно получить топовый опыт, просто находясь впереди в самой зарубе. А за что именно дают, непонятно. Как разработчики в стриме сказали, главное, чтоб пули свистели над головой. Я уже ничему не удивляюсь в этой игре. И на стриме, если вы его не смотрели, очень часто были бои, в которых я мало наносил вообще чего-либо, но был вверху и либо не терял шеврон при поражении, либо даже получал. Хотя у меня там было очень мало урона, там 1500–2000, там такое. Я просто фул фугасами стрелял. И все. И находился как можно в большей зарубе. Тут главное и не слиться в нулину. То есть надо выбрать такую позицию, чтобы тебя не задавили враги. И союзники там тоже должны быть рядом. Потому что если вы будете один, враги просто на вас попрут. И все-таки какой-то урон вы должны наносить. Конечно, возможно, есть танк, который лучше подходит, чем объект 705А. Но самое главное, чтобы вы на первой линии выживали. Вообще было бы замечательно, если бы объект 705А еще был способен наносить урон. Поскольку там точность 0.44, стрелять кумулями 317 вообще нет смысла. Они то не попадают, то не пробивают. С таким долгим КД я решил, что лучше стрелять вообще фулл фугаса. Даже когда практически наверняка можно было бы пробить кумулем, я все равно стрелял фугасами. И этого было достаточно, чтобы дойти до последнего 15 ранга. Плюс еще фугасы намного дешевле. И вот после этого вы мне хотите сказать, что ранговые бои это режим для скилловиков? А вы видели, кто играет на 15 ранге? Там почти все зелененькие, жменька бирюзовеньких, один фиолетовый, я там еще кто-то, их почти нет. И желтые чуваки, даже оранжевого видел. Причем это еще далеко не конец. Еще полмесяца можно играть в ранговые бои. Я не удивлюсь, что там еще красные туда залезут. В этих ранговых боях, которые сейчас есть, хотя бы начисляются более-менее вменяемо шевроны по сравнению с прошлыми ранговыми боями. Но формула начисления опыта очень конченная. И даже четко непонятно, за что начисляется опыт. Также еще, если посмотреть на таблицу лидеров сезона ранговых боев, можно понять, что и таблица рейтинга тоже имеет конченную формулу. Поскольку самое главное, что нужно делать, чтобы попадать в самый верх таблицы, это количество очков. А чтобы их получить, нужно просто много боев накатывать, очень много. Таким образом, разработчики не сдержали слова и не убрали на тупую накатку боев. Там есть еще процент получения шевронов. И люди, которые имеют высокий процент получения шевронов, а соответственно они хорошо играют в этот режим и понимают, что нужно в нем делать, хоть он и с конченными формулами начисления, они научились в него и хорошо в нем играют, они не находятся в топе, потому что у них либо физически нет времени, либо возможности накатывать столько боев, сколько есть времени и возможностей у людей на первых местах. Нужно, чтобы и количество очков, и процент получения этих очков равноценно как-то влияли на позицию тебя в этом списке лидеров. А сейчас только получается накатка боев и количество очков самое главное. Это полный бред. Те, кто смотрели стрим, еще заметили, что дойдя до 15 ранга, в принципе за 5 часов стрима я ушел в минус 300 000 серебра. С учетом того, что я получал награды за ранги. То есть, в принципе, это 300 000 фигня полная. Но если бы я играл не на фугасах, а на кумулятивах, я бы ушел в такой большой минус, что просто капец. Потому что я не попадал бы очень часто, не пробивал. А фугасы, во-первых, дешевле и стабильнее наносят урон. Хоть и небольшой. Я считаю, что и эти ранговые бои, как и прошлые, провалились. Хоть и не так жестко, как раньше, но все равно ранговые бои — это не тот режим, который нужен скилловикам. На мой взгляд. Когда я понял, какие принципы начисления более-менее в ранговых боях, у меня немного жопец мой приостыл. Но пока я пытался играть на победу и скилл, пытался что-то изобразить, у меня просто полыхало от ВБР. Как только я зарядил фул фугасы, мне на ВБР стало все равно. И я смеялся, когда я еще с фугаса пробивал там чуть ли не на штукарь. Причем иногда пробивал даже бронированные танки. Это было просто великолепно. Если играть в ранговые бои не на фугасах, то этот режим просто для выкачки тонн серебра игроков. Если играть на фугасах, то вы просто поиграете на десятках в небольшой минус. Вот в принципе и все. Как режим для скилловиков, ранговые бои — это полное днище. На мой взгляд. Формулы очень кривые, непрозрачные и направлены абсолютно на непонятные вещи. Также еще хочется отметить, что в ранговых боях участвуют карты, которые собираются выводить в следующем патче. Либо очень дисбалансные. Зачем это сделано, даже в голове не укладывается. По сути, когда я начал играть на фугасах, и мне давали опыт за дурацкие и вообще донные результаты якобы по урону и фрагам и на свету, я получал за это шевроны, я просто начал немного даже иногда угорать. Но пока я играл и старался потеть на голде, просто полыхала жопа. Выбирайте танчик для выживания, заряжайте фугасы. Ранговые бои — это не для скилловиков, забейте. Там играют такие же нагибаторы, как и в рандоме, только цвет их статистики более цветастый. А так, в принципе, это та же самая какая-то дичь, только в профиль. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.